Здорово, пацаны! Сегодня 20 октября, и у меня день рождения. Я пришел в лес, погода очень хорошая, очень тихо, и меня такая погода радует. Что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что многие из вас, которые с нами уже давно на этом канале, знакомы с моими творческими работами, как в музыкальном плане, так и кинематографическом, ну и также всякие прочие юмористические ролики. Мы всегда брали на заметку ваши пожелания и как бы лайки, дизлайки тоже играли большую роль, мы всегда реагировали на комментарии. И пытались сделать контент лучше, чтобы у вас поднималось настроение от этого. Многим в свое время наш канал помог бросить бухать. А многие вообще задумались о смысле жизни. Да, еще спрашивают, когда выйдет полнометражный фильм о Виторе Мбозе, Виталии Кушнерчуке. Я могу сказать, что это не так скоротечно произойдет. Я для примера могу привести, вот, допустим, фильм о Константине Ступине монтировался приблизительно где-то год, да, пока собирался весь материал и прочее. Но я думаю, сделаю я его быстрее, и в новом году он обязательно выйдет. В планах также смонтировать фильм про Юрика Грача, Дона Грачезу, так как человек принимал наиактивнейшее участие в наших во всех движухах, концертах, фильмах, роликах. Очень позитивно веселый человек был. Жалко, что не срослось у него так вот все. В общем, парни, у меня сегодня день рождения, и вы можете меня поздравить. Жду ваших поздравлений. А кому действительно важна наша творческая основа канала и вообще группа «Адовый мужик», можете нас поддержать финансово в любом денежном эквиваленте. Ссылки я оставлю под роликом и в первом комментарии. Можете писать с пометками на фильм для Витора Мбозы и на новый альбом «Адового мужика». Ну или просто Жеки от души. Я тогда точно сниму какой-нибудь охеренно смешной ролик. И попытаюсь собрать всех действующих персонажей. Кстати, всем привет от Саши Ключа. У него все хорошо. Все, парни, всем пока. А меня сегодня ждет праздничный стол вечером и много-много-много телефонных звонков от родственников и близких друзей. Всем удачи, пока!